Здравствуйте, друзья. Мы смотрим вот на результат того, что вчера у нас, значит, гарные мексиканские хлопцы устанавливали окна. Так, ну пошли смотреть. Они тут закрепились как-то. Значит, там дальше, я понимаю, что какая-то работа произойдет. По заделыванию там и так далее. Но вот пока вот они так стоят. Давайте посмотрим, что у нас еще с окнами. Так, вот тут у нас дверка. Видите, у нее тут раздвижные вот эти. Здесь будет веранда. Вот, и так, дверка на веранду. Мы видим, что под будущей верандой у нас уже есть труба. Так, все это дело заделано. И там, вы видите, бетонные такие чушечки подкладывают, чтобы выровнять по наклону эту самую трубу. И вот эта вот желтая, которую вы видите, это газовая труба. Она тоже там же, вот в эту же траншею идет. И вот там мы видим даже эдакое устройство. Вот они, окна. Я понимаю, что у нас там вопрос, а как заделано, а как закреплено? Ну, не знаю, вот я показываю, как в процессе не участвовал там. Вот, говорит, вертикального взлета окна. Да, вот они вот туда должны уходить, вот так. Вот. Вот так идет это окошечко. Вот тут сеточка. Так, вниз опустим. Вот и замочек вот тут, бах, вот защелкивается. Так. Здесь окна. Здесь окна. Ну вот, в общем, окна и окна. Мы видим, тут какая-то работа происходит с трубами тоже. Вот вы видите. Вот тут белые, трубы. Ага. Тут еще вот, видите, изоляция. И в этой изоляции там такие провода. Я не знаю, таким проводом я бы заземление делал. Говорить, громоотвод, я не знаю. Такой мощный медный проводище. Надо сказать, что у нас там много вопросов было. Вот про бетон говорят. А если бетон там от перепада температур будет расширяться? Значит, ребята, у нас какой же перепад температур? То у нас круглый год одна температура. Тут, может, он где и расширяется. Я так легко себе могу представить такие места. Но у нас, вот, чтобы там бетон расширялся, да, от перепада температур. Даже с трудом себе представляю. Так что вот. А вот тут уже эту стекловату, я извиняюсь. Не хочу пальцем трогать, думаю, ну и нафиг пальцами трогать. Ну, в общем, вот так она выглядит. Это наш утеплитель. Скоро начнется. Я думаю, какая-нибудь инспекция должна быть по поводу вот этого пламбинга. И вперед. И завершая наш репортаж сегодняшний, я пройдусь по трубе, что называется. Так, давайте мы так идем по трубе. Ага, солнце яркое такое. Вот они тут, колено здесь. Там какие-то такие, да, смотрите, интересные. Я, не будучи сантехником, просто даю возможность простора вашей фантазии и, так сказать, место для высказываний другим людям. Значит, видите, мы не пошли вот в эту трубу. Непонятно, что это. А там под ней была еще одна, и вот оно в нее пошло. Вот там еще одна была труба, не знаю, тут, наверное, ее не видно. Вот как ребята сказали, там была другая. И вот дальше оно уже пошло в городскую сеть. Я по трубе еще немножко прошелся, чтобы показать вам, что вот тут есть газовый счетчик. Вот он. И вот оно, вот видите, желтенькое заходит вот в эту металлическую трубу. Или
Или уже зашло, или скоро зайдет. Вот тут. Тут завалили куском земли, тут не знаю для чего. И вот этот самый приборчик. Вот тут все и происходит.